Всем ассаламу алейкум, мы едем в Сочи. Нам известно время и место проведения второго вечера лезгинки. Город Владикавказ. Ресторан «Вокруг света», 27 февраля. Владикавказ, мы вас ждем! Ассаламу алейкум, это ежедневный гастостайл. Сегодня мы в Сочи, 30 января, и это будет жара. А так-то 27 февраля, город Владикавказ, ресторан «Вокруг света» будет просто летать вокруг вселенной 27 числа. А так-то вы не забывайте писать в комментариях 10 городов. Но сегодня останется 9 городов, куда мы поедем. Пишите в комментариях, какой город нам поехать, и мы туда приедем. Ренат, в какой город бы ты поехал? Я выбираю Москву. А как вы думаете, в какой город хочу поехать я? Пишите в комментариях. Кому, кто угадает, скину на карту 1000 рублей. Пишите. Сейчас мы узнаем у нашего солиста, в какой город он хочет поехать. В вечер лезгинки, где бы мы сделали? Ту-ру-ту-ту. Пишите в комментариях, какой это город. Во Владикавказе 27 февраля ресторан «Вокруг света». Город Сочи, любовь моя. Мы находимся в городе Сочи, и через пару часов будет мощный вечер лезгинки. А вы не забывайте, что во Владикавказе будет также 27 числа. Глаза аж болят от этой красоты. Ветер северный, чуть-чуть куртки одели, а так вообще погода где-то 15, плюс 15-16 градусов. Это очень прекрасный, очень светлый город Сочи. Очень хорошо, красиво все. Приезжайте все в Сочи. Добрый вечер. Как ваше настроение? Шикарно. Спасибо, очень хорошо. Вам нравится сегодняшний вечер? Очень. Молодцы вы. Прекрасно. Благодаря вам прекрасно. Отлично, спасибо. Отлично, молодежь, отлично. Супер, просто огонь. Вот отлично, я же танцевала. Отлично. Отлично. Ой, отлично. Настроение прекрасное. Им все очень понравилось, очень круто. Ну, прям на уровне. Мы знаем, какая тяжелая работа за этим стоит, но у вас все так легко получается. Мы под впечатлением. Как ваше настроение? Отлично. Я вот эту девочку запомнил. Сколько раз вы сегодня танцевали? Много очень. Она уже не может посчитать, сколько раз она танцевала. Сколько раз сегодня танцевали? Ни разу. Надо исправить срочно. Я вас запомню. Настроение у нас шикарное. Приехали мы из города Туапсе, поселка Лазаревского. Прекрасное настроение у нас. Спасибо, я спасибо. Следим за вами, да. Поэтому-то я вас вижу по Ютубу, смотрю вас. Я ехала специально с Волгограда, чтобы вас увидеть. Я в Инстаграме, ваше объявление. Заранее сюда позвонила. Я обожаю лезгинку. К сожалению, не умею танцевать. Не, вы прекрасно танцевали. Вообще впечатление о сегодняшнем вечере. Можешь? Отличное. Я вам прям низко кланяюсь. Вы очень, спасибо. Очень хорошо танцуете. Спасибо. Мы усидеть на месте не можем. Мне очень понравилось. Да вообще класс. Молодцы ребята. Спасибо большое. А сколько раз вы танцевали за сегодняшний вечер? Пока полтора. Один, но. Но сильно, да? Отлично. Надо будет еще повторить. Вы готовитесь уже, да? Все, отлично. Вам обязательно надо... Мы уже отдохнули, я уже. Подождите чуть-чуть. Да. Нам надо тосты сказать. Да, тосты. Мы не успели тосты. А у кого-то день рождения, да, или просто? У вас? Да.
Мы вас поздравляем от всего состава, вас поздравляем с днем рождения. Всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо, вы замечательные ребята. Очень приятно на вас посмотреть. А сколько раз сегодня танцевали? Я 5 раз. 5 раз? 2. Даже, да? Она врет. Я только с ней 3 раза танцевал. Ладно. Вообще, сегодняшний вечер как вам? Супер! А сколько раз вы танцевали? 30. Почти 30 раз, вот это мне нравится. 27 февраля, вокруг света, Владикавказ, в 18:00. 27 февраля, город Владикавказ, ресторан «Вокруг света», 18:00, мы вас ждем. Как вам сегодня работается? Шикарно. Трудно, нет? Шикарно работается, музыка бодрит. Лезгинкой, да, идете? Несете как бы лезгинкой или общекавказским ходом? Общим кавказским ходом и лезгинкой, все вместе. Это мне нравится. Как вам вообще вечер лезгинки и вообще обстановка? Ну, такой живую лезгинку первый раз у нас здесь в этом ресторане. Я думаю, что еще скоро увидимся. Да. Обстановка по кайфу. Большое спасибо за эмоции. Мы пришли, мы такой заряд адреналина получили. Вообще очень ощущение просто зашкаливает. Спасибо. А вот наш сегодняшний оператор. Он чуть-чуть вспотел, если честно. Привет, ребята. Меня зовут Размик. Я из города Сочи. Атмосфера здесь на самом деле просто обалденная. Ребята зажигают очень вообще душевно. Я на самом деле поснимал, наверное, 1-1.5 часа без остановки и по ощущениям реально немного вспотел. Было ощущение, что танцевал просто вместе с ними. Было максимально круто. И, не знаю, мне это все нравится. Максимально кавказская атмосфера. Очень я вот рад здесь находиться, потому что ребята делают очень красиво. Город Владикавказ. 27 февраля. Мы ждем вас в ресторане «Вокруг света». 18:00. Хотел выразить слова благодарности вам за ваше внимание, за ваш теплый прием. А мы, в свою очередь, двигаемся дальше. Следующий наш вечер лезгинки уже будет во Владикавказе 27 февраля. Первый вечер лезгинки подошел к концу. Мы сейчас находимся в Сочи в ресторане «Торне». Город Владикавказ, 27 февраля. Ресторан «Вокруг света». Теперь мы едем к тебе.